Приветствую вас, земляне, с вами сенсей. Давайте сегодня посмотрим медаль за отвагу, старенькую игрушку. Вот, как она и что собой представляет в 22-м году. Сейчас поглядим. Первую часть я заливаю на все каналы. Прохождение только на Ютубе. Если Ютуб закроет, значит будет Дзен, скорее всего. Возможно, Рутуб. Там уж как пожелаете. Графику я улучшил. Сейчас посмотрим, что она собой представляет. С улучшенной графикой. Так, я игру уже начинал. Давайте заново начнем. Ну, на среднем будем играть. Как уж это шутер сплошь и рядом. Вроде они попроще, чем там РПГшки или еще что-то. Новую игру там, смотрите, у меня японка. Только вышла. Сегодня залил. Так, еще смотрите Spec Ops. Какую? Command Conquer. Command Conquer. Call Duty Spec Ops. Тоже сегодня залью. Третью часть. Или вторую. Ну, цветности немного прибавил и резкость максимальную сделал. Думаю, будет неплохо смотреться. Блин, воду забыл с экраном. Под видео все ссылки, все переходы. Смотрите. Железо тоже под видео. Под любым видео. Гладко еще. Господи, не пойму, что тут. Буду. Мы на берегу, направляемся к цели. Ждем вас в точке эвакуации. Только что видели цель, движется к вам. О, все просто. Входим и выходим. Держать надо, знает, ползать. Вот это мерзость. Здесь своих нет. Снимай. Держать надо. Терпеть ненавидит, когда держать надо. Снимай охранника, иначе конец. Просто заложи заряд. Я прикрою заряд. هذا منيح عشان المجانب يوم يمشي بس هم عم بتوقعوك انت معرصني بالمينا انتظروا التعليمات بدت المهمة عامل جيد اخوي نحن عنا قضية كبيرة اكثر مما تتخيلوا حظ سعيد ترك давай что там Вечер охранник вооружен. Сними его тихо. Что значит? Где у меня пистолет-то был? У меня пистолет вроде был. Ричард, прикончи охранника. Укрытие, Ричард. Ну что надо-то, Ричард, Ричард? Что ты? Давай, ты, конь серогорбый. Что делать-то, я не пойму. Давай, Ричард. А, Ричард. Я был Ричард. Знаете, собаки, гнида безиматные. Получите, фашисты. Ложись, как я лягу, ты заставка идет. Даже кричать бессмысленно. Вот сейчас присел. Держать вот эту мерзость. Я тебя держать не буду. Я просто привык всегда помню покарать. Так а как ты хотел-то? Мы грузовик вообще-то взрывали. Мудилы с нижнего Тагила. Или с какого-то там Тагила. Дождь это еще вонючий, ни черта не видать. Ну не знаю, вонючий он или нет. Держится. Я вообще-то здесь воюю. Так, нет патронов. Смотри, это будут меня слышать. Это частный вертолет. Причаливай, причем. Опа, сам полетел, вы видели? Стой, конечно, конечно, блядь, шары вещи смотришь просто. Но этот ты ладно упал, нормально так еще упал. Ричард, сбей вертушку!
пушку! Как я тебя чем собью-то, я, блядь? Из автомата, что ли? Может, у меня еще что-то есть, да? Мужик, я что-то понять... А, вон, вон! Целься в кабину! Говно ты это, блин! Хорошо стреляешь, Притч! Хорошо поработали! Ну, отсюда мы тебя... 98-го года я... в игру играю. Всё, развалил. Вот так как-то, ребят. Такие вот дела. Да, медаль за отвагу были, конечно, игрушки здорово. Как-то не обращали внимания, что они там самые крутые перцы. Да? Сейчас так все стали замечать. А раньше плевать было. Да мне и сейчас плевать, чё. Я знаю, как все будет. Ты дашь миллион обещаний. Есть такой сериал, я всегда говорю. Потом ты начнешь уходить. Они сами себя унижают, своих американцев. Все не так. Вообще редкость, да. Напряги извилины, только сериал. Черт. Высший сериал. Ну там, конечно, там с одного дубля снимали этот сериал. То есть ляпов там, ну просто душевный. Почему ты бросила трубку? Я в машине. Стараюсь каждый день его ты смотреть. Ты что, разговариваешь за рулем? Она в машине? Я не за рулем. Как осторожно, а Модерн 2 тоже вышел. Папа, еще вопросы? Извини. Ты всегда извиняешься. Я не хочу воевать. Ты ради этого живешь. Да, фанатики, поехали на Украину воевать. Хлоп. Мазер, это да. И хрен в лоб. Что за чертовщина у вас творится? Хлопнули всех там на базе, дураков. Мы заложили обычную взрывчатку, и они обратно побежали. Посыпались контейнеры и начал стрелять чертов вертолет. Мы уверены, что это был не береговой патруль. Не он. Я получаю сигналы отовсюду, от Манилы до Восточной Африки. Вы кого-то очень разозлили этим фейерверком. Есть мысли кого? Это длинный список, брат. Как насчет того, чтобы оказать ЦРУ услугу и остаться в порту? Может, список получится сократить. Это не флотским решать, Дасти. Нам нужно разрешение с самого верха. Уже получил. Само собой. Что у тебя с местными ресурсами? У нас был человек, позывной Аргир, из ячейки на Аравийском полуострове. Был человек? Мы уже несколько месяцев ничего от него не получали. Вот что плохо, его могли убить, перевербовать. Он может быть где угодно. المهم هو أن الكفار على باب بيتنا ولقد أخذوا منا لتكونوا جزءا من قضيتنا يجب أن تثبتوا جدارتكم سنرى الأخوة الذين ستقابلونهم هم أساتذتي وسوف يقومون بتدريبكم في الأسلحة والتكتيكات ويمكن اختيار بعضكم لتدريب متقدم لنقل الجهاد إلى بلاد الكفار الآن هو الوقت المناسب. Все, ты надоел уже барбосиным, блин, пристрелить тебя. Забубнил. Все, пошел нахер. К тиру. Да зачем мне нахер ваш тир? Держи, не надо ничего тут держать. Куда? А, вот сюда ты можешь стрелять? А, вот того надо. Чё я не пойму-то я? Ну чего, чё он не... Хера. Да всё, давай, выходи отсюда нахер. Чё ты встал-то здесь? Барбосин. Вонючий. Чё не так-то, я не пойму. Понять не могу. Цел приближение. Что-то у меня оружие другое уже. Может.
Клюки какие-то, что ли? Сюда надо гранаты кидать, швырять, я вижу. Зачем мне эта полоса препятствий, я понять не могу. Пошел прочь. Получите патроны. Я что-то не могу понять, это зависло, что ли? После тренировки. Выстрелите, используя прицел. А, вон, наконец-то пошла мысль. لقد نجحت في هذا الاختبار. انتقل إلى الباب لاختبار آخر. Наконец-то ты, бля, ушел, пидрила. Смотри, вот такие вот, бля. Че, я вот так сидеть буду? А кто стреляет у меня, я не пойму. Какая дрянь вообще, вот это вообще какая-то мерзота, блядь, какая-то мерзота, да. Да пусть, блядь, лупит, да. Я так вообще никогда не играю. Да. На, сука. Я что-то такую дрянь вообще не припомню, такую мерзость. Зачем это вообще сделали? Хочешь тренируйся, хочешь иди дальше, ну. Кто тут тренируется-то, я не пойму. Новичок какой-то, что ли? Дурачок, ну. Ну, открывай быстрее. Скорее. Быстро. Какие-то хобота. Ну, давай вылази, что ли. Ты куда-то поехала. На, и тебе тоже. Ну чё, обязательно надо мне, что ли, стрельнуть? Всё, наконец-то. Хачи какие-то непонятные, ну. Блядь, полдня пройдёт, пока кинуть. لكننا بحاجة لك لقضيتنا. تренировки этих. إذا اخترت اليسار سوف تعود إلى التدريب. إذا اخترت اليمين سوف تبدأ المعركة. مرزاف что ли тренировки тренируется, они тут людей убивать что ли, кого убивать-то? Или спецназ какой-то. Дело плохо. Вы какие заряды использовали? Направленные. Всякие. Можно уничтожить грузовик и выдать за поломку бензопровода. Второй взрыв это не мы. Да, не вы. Рисунок взрывов другой, и они шли изнутри контейнера. Это подтверждает наше предположение о грузе взрывчатки. Ага. Есть идеи, чья она? Да, компания «Пустышка» из Дубая. Между ним, Карачи и Филиппинами постоянно гоняют грузы. Мобильник, который вы нашли, очень нам поможет. Слушай, я должен спросить, ты как? Я нормально. Когда появляется политика, нас просят прекратить стрельбу и начать плясать. А я не танцую. Понял. Плохо, но нам тебе научиться танцевать. Уверен, ему не нравится, как все обернулось, но он готов. Он у вас сейчас выплясывает, будь попотеть. Здоров. Танцор, да? Ты... А мне рассказать можешь? Диско. Пока нет. Еще поговорим. Особенно Байден. Такой плясун. Сидит, пердит и кваркаться. Что-то случится, отдай мои ключи. Это все, что ей достанется. Пора двигать. Остальное все уже и так у нее. Одна минута. Одна минута. Сам, ты занимаешься лодками. Лодками, сам. Как перемотать, если ты затень какая-нибудь печатку, кому-то интересно.
после обеда тяжело заливать игры. А ляжешь спать, потом ночью спать. Что они там сбрасывают? Вот танки. Воду, это Динг. Говори, Динго. Давай, брат, они входят. Радиаторы на подходе, идем на лифт. Обстрел. Уходим, уходим. Радиатор 1-1, мы отходим. Готовим удар по поводу на последней станции. Маки 1, 5 минут, вы без прикрытия. Понял, радиатор 1-1. Динго, воздушная поддержка на подходе. Ясно, пусть Гризли разбирается со всеми, кто за ней подлянку. Принято, Динго. Мы подбираемся и наносим удар прямо в центр пиратского города. Следите за теми задними. Пошли, пошли. Стам, прикрой нас. Идем. Я заметил, бинокля здесь нет. Прикрыл я всех. Снайпер, на 11, выше! Где? Не вижу ничего. Там где-то создание. Где вот я, черт его знает, где эти обезьяны? А ведь я и убрал мыло все. Все мыло мыльное было. Куда вот он хлычет мне? Кто там меня хлычет? Я понять не могу. Ложись давай, чурбан. Кстати, он не ложится. А ублюдок так и стреляет меня. Конец. Лечь вот он ложится, лечь. Не надо держать. А присаживаться надо держать. Что-то они меня быстро, да, заколбасили. А почему? Да потому что никакой поддержки нет. Я просто играю один. А эти дурашлёпы бегают вокруг и все. Где вот этот снайпер меня убил? Я разве попаду из этой трясни? Стамп, мне наверх. Надо оружие другое. Альфа за теми домами. За какими домами? Я просто, наверное, может, столовую туда. Сюда вот надо было. Завалил меня. Через эту, через... Ну все, пойдем как надо идти. Справа, с правой стороны. Это же игрушки старые, не как сейчас. Хочешь с этой стороны, хочешь. Ну, здесь надо обязательно с одной стороны. Ну, он не прибавляет ни ближе, ни дальше. О, вон он, блядь. Средняя кнопка, значит. Случайно просто я нажал. Вон, вон. Башка чья-то или что это такое? Где этот мерзавец? Ну? Я вот его не вижу ничего там. Вот где-то лупит в меня, где я, не могу понять. Хорош орать, дайте мне убить эту чертову. Так, вот здесь, ладно, давайте начнем с этих пацанов. Выстрел. Мне казалось, он оттуда откуда-то стреляет меня, видите? Может, я не ошибаюсь, наверное. Где эти харьки? Орут, визжат, свинячат. Плохо как-то показано это. С какой стороны лупит? Откуда-то в середине, там сверху. А, это заставка была. Похоже на то. О, о. Сейчас я не вижу, вроде человек. А где же человек? Где? Я вот не могу найти. Черт его знает. Вы хоть убей меня. Я, блядь, не вижу и все.
Вот здесь где-то жарят, блядь, наши, да. Убили, нет ли, черт его знает. Сейчас опять начнется убить, да. Какой-то микроскопический, черт. Да, сейчас уже сложновато играть после всяких этих игр. Черт, я ни черта не вижу. Может, я слепой, как крот. Вот он, наверное, прицел надо было мне в прошлый раз, они мне все требовали. Что-то сделать. Стамп наверх. Альфа за теми домами. Может, оттуда откуда лупит, блядь? Вот сейчас оттуда откуда ты меня лупанул. Сидеть, высаживать. Блядь, режим огня надо включить. Я один играю, что ли, блядь? Я не пойму. Вы что здесь сели-то, блядь? У вас что, нет таких деревяшек в руках, как у меня, блядь? Два, да, червя, блядь. Два червя, да. Вон еще... Шоба, блядь, шустрый парень, ну. Что это за говно мне дали, блядь, в руки, ну. А мои сидят, блядь, вообще не участвуют. Надо убавить это, что-то я целиться не могу. Нам немножко это сбавить. Сейчас раз тут найдешь. Попасть я не могу, чуть-чуть. Вон они тут курят вдвоем. Так и надо было, значит, здесь идти. Нельзя было туда идти, надо было идти вот за этими деревяхами. Поэтому меня убивали. Как я правильно пошел, так меня перестали убивать. Я не пойму, почему они не убиваются. Они из чего сделаны? Из говна, песка и глины, что ли, эти ублюдки? Я это буду. Подкрасться не вышло. А нам стреляют. Давно уже стреляют по нам. По мне, вернее. А вам плевать. Вон, хачага. Мерзавец. Вон он стоит, да, мочите его. На, тебе промежности. Больше ты не мужик, да. Я что-то не могу понять, у меня пули, то ли пули не попадают, то ли чего вы видели. Я не могу, ни хрена это. Так, а там что-то удерживайте. Это было что-то. О, блин, и вот это надо нащупать еще, понимаете? Не надо мне это говно. Дайте мне обратно автомат. Давай его убрать, а. Все, блядь, потерял выход. Все! Оружие я лишился. Еще лучше. А эта дресня меняется, смотрите. А мой... Может, мой автомат где-то здесь? Вот она моя. Я уж напугался. Потерял ее.
Вверх по лестнице! Че надо? Куда прыгать? Ну да звон, ты где? Куда он убежал-то этот? Барбос-то надо. Туда он не прыгает, вверх по лестнице. А? Вот он стоит. Фонарик у меня нету, ребят. Почему-то. Куда идти-то я не пойму. Что-то я никак не рассосу эту игру. Как бы хотелось бы туда, наверное, прыгнуть там, чего-либо. Ты что встал-то здесь? То ли игра глючит, то ли я глючу. Вот что-то там моргнуло сейчас. Вот. То ли мусор какой-то летает. О, вот, смотрите. Я вот и найти бы не нашел бы эту хрень. Мигнуло один раз и все. Я и не видел, что это вообще дверь. Тут нет никого. Ходи на ногу. Вот это снял. Конечно, патроны бы так сами не подбирались бы, а то ли патроны ты берешь, то ли... Блять, только что патроны где-то были. 7, что такое 7? Давайте, мага, пометьте цель. Вот так, а теперь прикройте! Стреляю, удар будет нанесен через 3 секунды. Раз, два. Вверх, вверх. Ничего себе. Мы уже вписили с тобой. С поднятием патронов тут какая-то вообще заморочка. Бля. Лучше бы они так сами бы брались. Сюда. Вообще ничего не понял. Мако, сюда. 1-6, это 1-4, мы в точке сбора Альфа, ожидаем. Доложите обстановку, прием. Еще 5 минут, 1-4, прием. Я не могу понять, а почему они убивают людей с 5 выстрелов. Буду. Стам. Не с одного, не с двух, мы а с можем 5. Пройти здесь. Внутри есть кто-то? Нет, мы их сняли. Ко мне, сюда. Чего ждем? Здание нестабильное, мы робота запустим. А потом уж сами. Я ничего не вижу. Куда идти? Я вообще не иду, по-моему. О, все. Ничего не предупреждает. Вроде работает. 20-40 и 7-62. Отлично! Там, надеюсь, что не ваша куркасова рейса! Так прикольно вообще. Куда я, Куджира? Он сам стреляет, только надо нажать и это. И он некоторое время сам стреляет. Робокоп-то. Давай залазь куда-нибудь. Че, так и будем буксовать? Прыгать ты не прыгаешь, да? Как собака. Я назад еду, уже. А ты уже стреляешь. Блин, игрушка такая старая, да, древняя. Я вообще 100 лет назад в нее играл. Да, и... Может, я заблудился, туда вообще пришел. Как он вылазит? В
сможет выкрутиться. Кто это такие вот? Наши, что ли, блядь? Я пуляю им в седалище, блядь. Огнем. Укрытие уже не спасает. РПГ! Ой, РПГ, это серьезно, блядь. РПГ! Сколько раз увижу, столько раз увижу. Чего, нахлобучили меня, блядь? Железо мое. Все, сдохло. Обезьяна, блядь. Вы видели, Кинг-Конг я подошел какой-то, блядь. Маленький Кинг-Конг. Понял. 1-4, держитесь, мы идем к вам. Давай, Стам, сюда. Слава богу. 1-6, это 1-4. Вижу движение в здании через улицу. Принято. Смотрите, куда идете, цели здания. Я опять, наверное, не туда пошел. Ручку я открываю. Двери. Ломать. Ну чё, взломать, чего это? Где вы буксуете-то? Немножко играю, блядь, не успевает за мной. Чё, опять ботинок мне выбирать? Да надоело уже, ну. Отлично. Всё, чё, загнулась эта серия-то. Медаль за отвагу. Чего-то. Так вот, щекотал я его немножко. Хера. Вы видели они сколько времени, блядь? Я в любой другой игре, Call of Duty там или какой, да давно бы уже всех расстрелял бы, нахуй. Я не знаю, почему здесь надо очередь всадить, чтобы он сдох. Может, это зависит от этого, как. Двери. С такой пульки, я, извините меня, ну это не серьезно. Отлично. Это ведь не пистолет, я стреляю из автомата. Ну, блядь, всем башку, блядь, отстрелил. А чё тут даже говорить нечем, блядь. Чё-то я делаю неправильно, что ли, или чего ли, блядь. Смотрите, это какая-то вообще тупость, да? Какая-то тупость прям, я не могу понять. Я всех отстрелил. Кого-то определенного нужно. Давай к двери. Надо сейчас послушать, что они тут бормочут. Бормотологи. Кого конкретно убивать? Отлично. Почему меня убивает, я не могу понять. Может, я кого-то убиваю, не то. Гранатой, может, мне какой-то дал. Вот. Вот эти черепа падают. Это чего? Вот я убил, да? Вон, какие-то черепа валятся. Я только сейчас заметил. Вернее, заметил, я просто думал, какая-то, может, очки какие-то. Я должен был 4 черепа отстрелить. Поэтому я и дух. Как куропатка. Куда ты? Прыгут ты, блядь. Сайгак вонючий. Вон обезьян бежит. Куда она упала? Вот здесь где-то, когда ёбнет. Я не могу сидеть и вот держать кнопку, чтобы присесть. Приходится мне стоя все это делать. Вот, вот она бежит. Так, мне что-то не нравится, очень темно. Реально что-то темно. Ничего тут не темно. Ну, просто поярче сделать и все. Яркость. Поярче. Сложновато играть, да, после этих игр, которые сейчас выходят, в эту игру реально сложно играть.
Не просто так вот. Убить не просто вообще. Он не сдох ведь никогда. Видите, блядь, изъяна. Пока башка не появится, черепушка, он неубиваемый. И тут, похоже, надо обязательно пичку простреливать, потому что так его не убьет. Только обязательно надо попасть в башку, когда я в этом режиме стою. Игру просто надо понять, как она играет. Так, где эти шлопуты-то все? Куда тут убежали? И куда? Где тут дыра-то? Пуститься-то? Фонаря что-то нет. Я ведь фонарик-то ставил вроде. Там фонарик так просто. На F. Никаких F-ов у меня нет. Может, оружие не с фонарем? Нати, собаки. Блядь, сука, вперся, блядь, в стену какую-то, на. Думал, проход здесь, блядь, здесь оказалась стена. Мерзопакостная. Игра-то ничего, вот так вообще мне зашла, блядь. Только свои эти примочки надо знать. И самое главное, что здесь не надо делать так, как... Как велено, блядь. А не просто надо. Просто надо бежать, видите? Я пытался там с ним воевать, а надо бежать, сходить с тылу. А гранату я кинул, ничего, значит, не считается, блядь. Взять, конечно, пулемет я, наверное, вряд ли смогу. Эх ты, блядь, еще один вырос. Машина взорвется, нет, интересно. У меня как-то граната в жопе оказалась. Тут шаг влево, шаг вправо, блядь. Блядь, опять какая-то обезьяна. Вот это что ли обезьяна меня лупит? Не пойму. Давай башку тут свою. Бля, я присаживаться не могу, я, то есть, держать кнопку присед, я не могу и так играть. Надо присесть, конечно, не стоять постоянно. Ну, держать это приседание, еще нахер метиться, еще shift удерживать. Как я shift-то, блядь, двумя кнопками? Хотя он, наверное, не задерживает дыхание. Блядь. Вон он, блядь. Брат, это обезьяна была. Опять ПМ. Ну-ка возьмет он их что-то. Смотрите. Лестница! Пошел! Надо было попрыгать. Патроны дико раздражают. То есть брались бы они автоматически. То не поймешь, то ли патрон, то ли какую-то дрянь схватишь, сейчас возьмешь. Это подбешивает. Мак-1, это Гризли 6 главный. Нас прижали к берегу. Тут чертовы вы момент. Колесо не работает, то есть надо обязательно нажимать. Нате вот вам гранату. Плевать ему, видите. Надо обязательно заходить с тылу. Гранаты никак не помогают. Давай сюда разворачивайся, мы делаем. Вон труп, чисто. Двери. Мак-1 берет высоту, чтобы снять этих стрелков. Держитесь. Понял вас. Давайте быстрее, они пристреливаются. Вас понял. В кого они пристреливаются-то? А где вы? Что-то он застревает у меня в этих хернях постоянно. Блять. Вы так сели, как будто... Куда идти-то, я не пойму. Как будто сюда идти, а не туда. Вот эту дверь, что ли? Очень плохо сделано. То есть надо ловить. Миллиметры эти ловить. Очень непорядочно, блин. Вот это, что ли? Круто. А где звук? Звук удара молотка.
сколько я вас тут нужен? Как орех, блин, колодец. Чё пыли? Вот видите, автоматы. И также патроны. Ну я не могу это. Вот взять патроны. Где они в этом? Патроны надо взять, я уж, блядь, все патроны, наверное, расстрелял. Ну как вот так? Как здесь вот? Я не, блядь, без понятия вообще, как тут это. Патроны брать, просто дебилизм какой-то, блядь. Это очень большой минус в этой игре, блядь. Брать патроны и все и автоматы, все одной кнопкой, блядь. Вот, удерживайте. У своих надо брать, наверное, значит. Это я на своих, наверное, натыкался, блин. Все, сейчас как-нибудь приспособимся. Ох ты, дыришка повсюду. Стам, давай их уберем. Они не знают, что мы тут. Но скоро до них дойдет. Действуем быстро и четко. Синхроимпульс что-то не работает. Интересно. Игрушка-то вообще обалденная, да? Кого там, блядь? Так, как прибавить? Местный готов. Еще одна цель, тот же сектор. Тихо. Вот. Ага, возле знака. Впереди, чуть левее. Вот это мне не понравилось, Руф. Уничтожены. Хорошо. Они вышли. Внизу башни две цели. Твою мать, он нас заметил. Стамп, не давай ему шанс. Да как не давай, он, блядь, шутер какой-то. Смотри, червяк ее. Стамп, уничтожь этих доходяг сока. Дела 1-6, РПГ уничтожены. Все чисто. Осторожно, осталось несколько недобитков. Че у меня не берет это, блядь? Эй! Вижу движение в том отеле! РПГ, берите прицел. Наведи опять на башню. Прямо в центре. Наверху. Вот дерьмо, мы под обстрелом. Я не вижу его. Вон он. Пошли, по нам стреляют. Он убегает. Стамп, помоги, Пиле. Выше. Выше, блядь. Кто-то его убрал, видать, не я. Да знаю, блядь, выше. Отлично, Стамп. Пила, путь чист. Гризли 6, это Вуду. Можете улетать. Будьте осторожнее, тут прямо гребаное осиное гнездо. Я думал, так просто буду всех убивать, а тут еще, блядь. Стампу спасибо, это он стрелял. Выше да ниже, блядь. Главное, резко всех хоть прикрутило. А так, так, ну чё, как отсюда выходить-то? Всё, что ли, нет? Ну или ещё кто-то появится? Чё такое, я не пойму, блин. Какая-то мерзость где-то ползает, наверное. Че они мне оставили-то? Че мне оставили-то здесь одного, блядь? Я выйти отсюда не могу, блядь. Смотрите, вы все убежали, а он прирос к этой херне, блядь. Так, может быть, какие-то кнопки надо понажимать, блядь. Прыжок, ничего тут не действует. Не знаю, как отсюда выкуриться, блядь. Бубнил и убежал, блядь, чертило. Чё?
Это за хренотень такая, блин. Смотрите, я выйти не могу отсюда. Может, оружие сменить надо? Какое-то другое? Нет, ничего. Что делать-то? Все зубы. Что за зубы? Наверное, где-то черт какой-то свалился куда-нибудь. Блин. Валяется там. Недобитая обезьяна. Мертвый. Блин, такие круги вообще. Все, я не могу понять, что произошло такое. Что-то висяк какой-то я поймал. Цели возле той башни. Местный готов. Еще одна цель. Да что ты... Смотри, это Мерин неубиваемый какой-то. Ему повезло. Между ног, блядь. Блядь, ты со стола стреляешь. Господи ты, боже мой, черт ты вонючий. Никак ты не можешь попасть, блядь. Ага, возле знака. Впереди, чуть левее. Они вышли. Внизу башни две цели. Тут как говна этих целей. Твою мать, он нас заметил. Стам, не давай ему шанс. Мы подогнем мочи. Дурак этот стоит. Стам, тут будет, баран какой-то. Так, кто где сейчас? Пила 1-6, РПГ уничтожены. Все чисто. Осталось несколько недобитков САКа. Вас понял, цель принята. Спешу изо всех сил. Зачистка пошла, да? Эй! Сейчас вон наверху. Движение, что мы... Выше, блин. Наведи опять на вас. Прямо в центре. Наверху. Вот дерьмо, мы под обстрелом. Стам, сними гранатометчика. Пошли, пошли, по нам стреляют. Отлично, Стам. Пила, путь чист. Гризли 6, это Вуду. Можете улетать. Будьте осторожны, тут прямо гребаное осиное гнездо. Вот вроде мазь пошла, да? Меня тоже затормозило что-то. Я стал заикаться, игра заикается, и я тоже стал заикаться. Давай попробуем. Где и когда? Висяк какой-то поймал. В Мадрид. Да, в Мадрид. По крайней мере, и в прошлый раз, наверное, висяк я поймал. Дураком там мешал там мне. Стоял это, возьмите оружие, его патроны у него. И чтобы я не говорила, этого не изменить. Только не жди того, чего ты ждешь, когда мы встретимся. Я тебя понял. Я возьму себе номер в отеле. Но я хочу провести время с Беллой. А мы с тобой можем поговорить. Просто поговорить. Мы с тобой говорили уже тысячу раз. Хватит. Не надо, не сейчас. Кое-что случилось. И все поменялось. Том, что поменялось? Квейк, смотрите, там 4 я заливаю. То, что ты делаешь, может, кому то, что должен, понравится. Так вроде ничего, игрушка. Но... Все поменялось. Темноватый, старенький. Ты все время уходишь от ответа. Очень старый. Послушай, просто скажи, как есть. Завтра. В понедельник узнаем, заблокируют YouTube. Нет, может, обход будет какой-нибудь. Кто тебе сказал? Я эти, у меня монетизация не включена. Я платить ему ничего не собираюсь. По статью не попадаю. Тут дело в политике, сам так понимаешь. 22 года старания, потом взрывать. Нас гонят за то, что мы поступили правильно. Значит, все решено. Для следующего года, может, монетизацию включится. Не вышел. Меня вывели. Но у меня есть варианты. Как дела у Причера? Не очень. Собрался, спокойно вышел в отставку и поехал в Мадрид. Говорит, хочет наладить семейную жизнь. Ну, удачи ему. Значит, в Мадрид? Лена и Белла не дома? Нет, они у ее родителей. We'll be right back.
Давай я в него стреляю. Смертник. Что-то игра вообще сюрприз. Чуть на рабочий стол не выйдет. Видели? О, смотрите, разрешение слетело. Я здесь. Вижу Глитчера. Выходи, когда они до тебя доберутся. Я с тобой. Нам эту операцию не разрешали. Так, Глитчер. Бери первого, кто покажется, и выясни, что... Такое впечатление, что график даже лучше стал. Но это как раз, наверное, заставка просто на таком разрешении. Я с ним. Тебе его сверху видно? Ага, заметил его. Капризничает игра, капризничает. И администратор, наверное, совместимость нам будет в ответ. Семерка. Надо в окне ее будет запускать. Не потеряй его. Я еще рад, если буду играть, я запущу в окне. Потому что это какой-то безумие. Блин. Наоборот, оно в окно, что ли? Понять не могу. Разрешение чуть-чуть. Не мое разрешение. Куда ехать-то я не пойму. А вот. Погодите, что-то здесь за дрянь такая. Редко с нами. Что не так-то я не пойму. 120 надо было. Вот мое. Себе шустрый парень. Он знает, куда ехать, я-то не знаю. Да, в свое время эти игрушки были просто супер. Всякие вон, еще тут все разнообразие. Ну сейчас, конечно, делать тоже разнообразие. Но в то время это было. Железки не тянули такие. На самом диске играли всегда. Всегда играли на самом диске. Но в последнее время я стал уже там на высоких, потом уже на ультра. Разрешение слетело, ну, конкретно. Я ни черта не вижу с таким разрешением. Там все увеличилось. Все растащилось на весь экран. Там тут что-то... Уберите отсюда все эти вонючки. А как какая-то... Что ли за проверка? Сейчас я еще не врезаюсь, но чувствуется тут... Они сейчас меня затаскают по этим углам, что я точно куда-нибудь втюрюсь сейчас. На авось еду. Я же в гонках, как свинья в грязи. Он там базарит, как будто я там слышу, что он там базарит-то. Ну и все, чего, где я тут вам проеду-то?
говно тут понаставили, дресню всякую. Он пропал, я его больше не вижу. Ну и как вот тут, блядь, проехать, я не могу понять. Вот эти мне... Лавируй, да где здесь вообще битком они стоят, блядь, лавируй, да. Лавировали, да не выловили. Вон они тут стоят, эти шоблы. Вонючие, да. Тротуару. И прям сейчас встану и буду стоять, смотреть на вас. Че, колхоз какой-то, по колхозу какому-то езжу, блядь. Ни черта не видать, куда ехать, да. Он направляется налево. Блин, ручник надо было, да. Ручник бы сейчас развернул бы еще больше. Так обошлось. Ух ты, ручник был как. Блин, у меня уже и глаза, и руки устали, и яйца. С какого хрена яйца, да? Тоже уже устали рулить тут, блин. Даже так завязывать, блин. Вообще круть, да? Смотрите, блядь, какие мусоры, сколько всякого говна. Детали они тут вообще отнеслись. Обалденно. Шо острый парень, да? Эх, все-таки я въехал туда-сюда. Жесть, блядь. Игра, конечно, жесть. Просто надо подстроиться под нее, и она попрет. Вот эти с этими выстрелами, да и так далее. Да. С поднятием патронов. Оказывается, надо у своих брать патроны, а не поднимать их. Загоралось, наверное, когда рядом боец стоял. Как очень тупые... мои эти собратья прям вообще тупейшие, ничего не делают, только я все делаю. Они так просто чисто вот и бегают просто со мной, все. Ну все Игорь, все уже выдыхается. Ну когда это прекратится то вся эта дресня, то я не могу. Нет, смотри какой, все, ребята, блядь. Все, наездился я. Куда ты разворачиваешься, давай вот туда. Вот видите, здесь шаг лево, шаг вправо нельзя. Здесь загорается, вот кирпич этот загорелся, я решил все-таки срезать. И сразу меня в сад. 1 мая на карусели кататься. То есть отклонение здесь невозможно. Шаг лево, шаг вправо расценивается как попытка к бегству. В этот раз, да. На клавишу. Да, не больно, да. Конечно, вот это еще машина увеличилась. Я думаю, было бы проще, конечно, разрешение поменялось. Машина бы сейчас дальше была бы, меньше. И вот эти вот рамки вонючие слева, особенно с правой стороны. Эти дураки висят, смотрите. Там. Крапивные вонючие. Бельдым район. Блять, сколько гонка-то может продолжаться? У меня вот первую часть я не заливаю этот, как его, ремастер, мафии, из-за одного только. Там гонка есть, которая, ну, просто меня выбешивает. Я последний раз, когда в нее играл, я помню эту игру, и я два раза попробовал, не смог, и сохранение перезалил после гонки. Поэтому только из-за этой гонки я не хочу играть. Мафию. Хочу все-таки, наверное, залью на днях. Все равно. Первую часть. Переделаю первую. Ну, конечно, потеряю, потому что я же не вижу ни нахер ни хера, куда ехать, блядь. Тут стены падают, блядь. На башку мне, блядь. Бочка какая-то прилипла. Я бы на пятнашке на своей уже догнал, блядь, на крокатике на своей.
просто бы прям проехал, блядь. Срезал бы прям сразу. Налево, блядь. В определенном месте, ну как всегда, как обычно. Надо догнать в определенном месте. Ну, конечно, с таким разрешением дальше играть, конечно, это... сбилось, просто надо перезапустить игру, но... Я уж играю, наверное, час уже почти. Поэтому давайте сейчас будем заканчивать. Я разберусь, я сделаю в окне, а окно, чтобы на весь экран. Прошло 48 часов. О, смотрите! Нет, я знаю. Само все выровнялось. Том, Притчер. Кусок игры, блядь. Ты в Мадриде. Был в другом разрешении. Ты меня слышишь? Лена. У них все хорошо. Все хорошо. Они опоздали на поезд. Лена? Они опоздали? Том. Белла. Она здесь. Папочка. Привет, малышка. Расслабили немножко так после таких гонок недоразвитых. И разрешение стало на месте. Нет, все равно надо будет сделать в окне. Окно во весь экран. Здесь нету окно во весь экран. Поэтому с помощью проги мы это сделаем. Думаю, что следующая часть, скорее всего, будет. Если YouTube не закроет, значит будет на YouTube. Если закроет, значит будет на Дзене. В первую очередь, и, возможно, Рутуб. Я Рутуб. Залил туда 300 роликов, потом все удалил, канал удалил, с 300 роликов там 500 или 700 просмотров, то есть вообще никак. Они стоят вот, я черт их знает, разобраться не могу, черт тут мне показывает. Забыла о вылете, 5 минут до картинки. Кнопка это приседание, бесит, надо ее держать. Для меня это невозможно. Ладно, когда у... Кто это такой вот? Давай, кто-то стоит. Вернее, раком стоит. Так, угоди теперь. А где у меня тут-то? Пистолет-то? Нет пистолета, что ли? Глушитель. Вот это у меня с глушителем? Тут или нет? Вроде ты... Забудь, как только мы доберемся до места, операцией будет руководить генерал Баррера. Баррера? Утверждаю, твою мать. А то мы не знаем. Стревает. Он еще в могиле раз не сидят и заговорил. Барбас. Значит, это не проблема. Пока. Их ты, смотрите. Пока. Давай, куда идти? Больше, может, больше. Нет фонарика. Мне кажется, больше похоже наши вызывали. Вообще люблю вот такие тактические. А вот почему-то Хитман мне вот этот новый не заходит, блин. Ну ведь тактическая она. Ну не знаю почему. Вообще-то сразу отторгает меня пластилиновая эта графика. Пластмассовая, блин. Пластилиновая, пластмассовая. Показывает путь у народа с оружием в вашем секторе. Вот. Дай-ка я подойду, попробую тебя взять. Я, вяжемся, когда идем добыть. Перевод ничего не сойдет. Дай патроны. Сейчас я встану. Снимешь ванну, а не выстрел. Там двое было, что ли? Одним что-то... Двоих, одним выстрелом. Двое было. Похоже, чем-то вы там чисто. Опять убежал. Дай патроны. Здесь ты. Давай вместе. Он, блядь, убил. Держать, к ужину будем дома. Ладно, хоть хорёк этот попал. Пошли,
блядь, я ненавижу эти игры. Особенно мне не нравится, когда ты присел, а бежать надо обязательно встать. То есть ни прыжок не нажмешь, ни ничего. Опять эти пушки снимать. Отлично. Отлетели. Отлетели. Все? Не все отлетели. Мазер, мы вывели из строя пять. Огонь разрешаю. Цели на зданиях вокруг вашей позиции. Человек пять. Внутри строения возможно больше. Принято. 2 километра до Капитолия. Надо читать. Ничего не слышно. На всю у меня прибавлено. Да. Вот его и причер. Он труп. Черт, снайперы. Причер, смотри. Не высовывайся. Там, это Мазер. У нас есть поддержка с воздуха. Никак нет. Диски заправляются. Еще минимум 20 минут. А не прямая? Думаю, это можно устроить. Причер, используй ЛЦУ и подсвети это здание. Семерочка. Топорик. Отлично. Сейчас устроим им сюрприз. Вот так вот, ребятки, сейчас мы тут всех на поп. На поп, на мягкую. Посадим. Орать можно. У меня же вот это. Блин, у меня уже нет этих. Другое оружие. Пульку он бросил мне. Пойдем. Да пошли они нахер, блядь. Чё я тут этой пулялкой, блядь, пуляю? Где у меня нормальные там? Кнопки потерял, блядь. Руки сбились с кнопок, и все, я ни черта не вижу, блядь. Сетка эта вонючая, блядь, терпеть не надо. Ну где этот капулас-то? Ну чё, где ты, барбос? Где он, хорёк ты? У кого-то отстреливает. Вот здесь где-то, блядь, сидел. Во-во-во. Давай-ка сюда башку свою. Автомат оставил. О, темечко, блядь. Еще один. Слева, у колокольни. Два часа. Слева у колокольни 2 часа. Какой 2 часа, ты, блядь? 10 это. Для меня 10. Для тебя, может, там 2. Синхронизатор вонючий, блядь. Тупица вам. Двое на 10. Вот сейчас вижу. Грызл, блядь, размочил. Куда-то убежало это. Блядь, как неудобно это держать, эту присядку. А может просто ложиться мне и все? Нахер я тут. Да? Лежа я тут ползать буду неделю, блядь. Куда вот, где вот он стреляет, блядь, я не пойму, но сейчас он меня завалит, вот он, сука, ходит прям, блядь, за мной, прям вот так, за в седалище мне смотрит и пуляет, на. Ведь немного высохнем здесь, снова дверь. Это
Я всегда готов. Чуть такое забыл. У меня нет ничего. Дробовик нет. Ну-ка, пуль не пей. Блин, только растормошили мы эти раз. Кто тут еще? Голубец вот еще один стоит, а вот голубчик-то еще. Чисто. Идем. Ну сейчас, конечно, игры, да, покруче вот это. Я вам обязательно сейчас закину там в конце иначе, мою любимую. Кто не смотрел, вышли. Ну там всегда она была. Оптимизация у меня всегда была дно, блядь. Днище было. Я на 3060 играл. По-моему, еле-еле она там тянула. Вообще, блин. Сложная. Игрушка сложная вот эта, я вам скажу. Почему она сложная? Не из-за того, что, а вот именно не дают шаг лево, шаг вправо сделать. Свои никакие примочки ты не можешь сделать, как в других играх, во-первых. Во-вторых, она за руку не водит. Все сам должен, сам все. Вот убийство вот эти вот. Чертение. Ну, руку набить, как говорится, она попрет нормально. Вонючий. Ну давайте, ладно, на этом, я думаю, остановимся. Игра мне зашла. Думаю, продолжить все-таки поюзать. Там посмотрим, что еще. Вставляйте комменты, какую игру хотите увидеть. Возможно, она и есть уже у меня. Просто вы листать там, искать 700 роликов тоже не всегда найдешь. Вот такие дела. Всего доброго, берегите себя. Прохождение только на Ютубе. Пока. До новых встреч.